Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю приготовить многими любимый торт муравейник. Начнем с приготовления песочного теста. В муку всыпаем сахар, соль, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, сметану и замешиваем тесто. Сначала в миске, а затем на столе. Для того, чтобы собрать тесто в шар, добавляем немного молока, буквально 3-4 столовые ложки. Тесто должно получиться достаточно плотным. Затем небольшими порциями пропускаем через мясорубку и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекать будем в предварительно разогретой духовке 20 минут при температуре 185 градусов. Для приготовления крема в миске смешаем сгущенное молоко с размягченным сливочным маслом. Добавим ванилин и тщательно взобьем. Затем добавим рубленые орехи, у меня грецкие. Перемешаем, и крем готов. Остывшие коржи измельчаем в крошку. И соединяем с кремом. Тщательно перемешиваем, а затем выкладываем на блюдо. Формируем горку. Сверху украшаем черным шоколадом и оставляем на столе для пропитки, а затем убираем в холодильник, чтобы он полностью застыл. Торт муравейник готов, он получается вкусный, нежный и рассыпчатый. Надеюсь, что этот рецепт вам понравится. А я прощаюсь с вами, всем пока, до новых видео!